Всем привет, с вами Алина Михайлова, и сегодня я расскажу вам, что не стоит делать после процедуры долговременной укладки бровей или ламинирования бровей. Точно не стоит красить брови хной, потому что после долговременной укладки и ламинирования бровей ваши брови не готовы к составам, к раствору из хны. Максимум, что вы можете сделать, это полуперманентный краситель. Также не стоит идти сразу после процедуры к косметологу, делать различные пилинги или даже в домашних условиях как-то повреждать кожу бровей и кожу вокруг бровей. Дайте время коже успокоиться и возьмите небольшой перерыв до косметолога и прочих процедур. Элементарно, но все же повторюсь, я не рекомендую мочить брови в течение одних суток после процедуры, которую вы провели. Не стоит пренебрегать уходом, поэтому после того, как вам провели процедуру, послушайте рекомендации мастера и обязательно ухаживайте за волосками при помощи масла или шелковой эссенции. Также не стоит в течение 3 дней посещать такие места, как бани, сауны, бассейны. Дайте бровям восстановиться. 3 дня. Точно не стоит после процедуры долговременной укладки спать лицом в подушку. Как-то механически воздействует на свои брови. Поэтому спим аккуратно на спинке. Ну и самое главное, не стоит после долговременной укладки и ламинирования бровей в течение 3 месяцев повторять процедуру. Выдерживайте этот период, это максимально важно. С вами была Алина Михайлова, надеюсь, что мои советы были вам полезны. Пока-пока!